А, шикарно. Хорошо, что у нас есть девочка. Я подошел для того, чтобы ты в следующий раз сделал еще один мем. Да? Помнишь, да, было. Смотри, какая хорошая здесь. Я думаю, тут еще один мем получится. О, извинись, ну-ка, извини, ну-ка. Потрясти друг друга, но он только не моя косушку. Челябинск. Урал будет того в школе. Уверен, скоро не знает, пойдет в город. Неожиданно. Неожиданно, конечно. Молодцы, спасибо. Три камеры, он уронил уже. Осторожно. Спасибо за что-то. Шикарно. Шикарно. Думали, прям сейчас. Да, такой. Еще бы сходили, но мы можем в другой город приехать, еще раз ходить. В общем, у нас такой план есть. До встречи. Здорово, жидкий. Ziua de azi n-am s-o pot uita, pentru ultima oară. Te iubesc și nu te pot ierta. Doare, doare, doare. Ziua de azi n-am s-o pot uita, pentru ultima oară. Te iubesc și nu te pot ierta. Doare, doare, doare. Хорошо. Вот это Белорецк. Сейчас, прямо, не знаю, это как вулкан, извержение. Вау, все больше качается зал, все больше люди подпевают и все больше танцуют. С каждым годом я замечаю, что лучше. Хочу сказать, значит, мы в правильном направлении. И спасибо Белорецк за очень теплый прием. Мы с удовольствием приезжаем в эти края и ставим концерт. Алло? Я постарел. Тут не повзрослеешь, тут картаем сразу, как повзрослеешь. Меня оно красиво, хорошо тренировался. Радик Мухарленович, время. Все, поехали, давай. Мне еще рано. Хотя... не рано. Нормально. Сама то. Даже через 3 дня поедем в город Баймак, и там недалеко есть город Сибай, где есть тоже студия звукозаписи. И там, я надеюсь, начнем делать новый трек. Очень надеюсь. Ну, как говорится, надейся и жди. Абонент вам звонил, абонент вас хотел, только дело не то, что в слиянии тел. Просто нужен был так вечер на век, одному человеку другой человек. Этим абонентом оказалась мама. Мама, ты абонент. Ранит, ты повторяешься, ты уже будешь во влоге. Ты повторяешься. Я уже это заснял. Нет, я шучу. Самое главное, я хочу полчаса поспать, полежать, даже ни с кем не разговаривать, а просто пообщаться ВКонтакте. От имени администрации района, города, и пожелать вам успехов, удачи и, как я уже повторюсь, самых, несомненно, благодарных зрителей, как мы. Все на высшем уровне. Швартаба наша теперь везде. Не только у нас. Мы со своей стороны будем совместствовать. Elvin Grey Show — это Виктория. Это называется работа над ошибками. Смотри, как я разговариваю. В эфире. Это прямой эфир. Концерт бермезсен, просто бер стадион коямда и бутел хатар. Блинчики. Кушай. Команде! Респект, уважуха! Да-да-да! раз подходила, спрашивала. Какое имеет отношение? Откуда я знаю? Ну, тем более. Подходите компетентным людям, кто могут вам ответить на этот вопрос. Ну, а при чем здесь я? Мне сказали, не будет фотосессии, мое дело маленькое. Вы слушайте, кого слушаете? А если завтра Денис скажет, что концерта не будет, и концерт отменим, что ли? Отменим завтра. Свет выключать в зале или не надо? Ой, на сцене или не надо? Ну, видимо, просто дома очень торопился. Может быть. Все, должна была состояться фотосессия. Она нас не спросила, у наших людей, что будет ли она, не будет. Просто прогнала всех наглую, чтобы на нас бочку не катили. Вы сами знаете, кого, кто виноват, собственно говоря. Так что, блин, я вот даже надушился духами, собирался идти фотографироваться, но всех прогнали. Но это точно не по нашей вине. Мы хотели фоткаться. Мы хотели фоткаться. Ребят, на самом деле. И не только я хотел фоткаться, пацаны хотели фоткаться. Все хотели, но нас обломали, взяли, обломали. Не только этот пацан, но и вообще все пацаны. Ну, это тоже пацан. Даже индус готов был фоткаться. Он хотел со скаровскими мужиками сфоткаться. С суровыми. Девчонки, должна была быть фотосессия, у вас просто в ДК злые. Вот мы и то же самое говорим, что так нечестно. Мы на нее жалобу писали. Завтра будет фотосессия, приходите, сфотографируйтесь обязательно. Но сейчас это будет нереально стоять на улице и фотографироваться. Вы сами подумайте. Сами видите, что происходит. Я благодарен всей команде, моей команде, потому что это реально труд не одного человека, а труд целой команды. Это значит, все выкладываются, а народ отдыхает. Я очень рад. Спасибо команде, спасибо народ. Всех обнимаю. Рахмат. Мы пошли работать дальше. رحمات رادك الله شنو هيبته دخلت ليش هن شو بنو قلت أنا ما هيبتهم كلاش هذا الله يرحم الله رمضان يمنها بلغ صغيرهن يبتسين البيت وداش كمير شو بيمو هذا دالي شو أرتيز دالي заслужен دالي تترستان يبشكيريه я этого очень желаю. Как мы обещали сегодня фотосессия. Готов. А что сегодня? Они дыры. Дус. Быстро надо делать. Плечи стоят. Пацаны, вот так, нет? Смотри, у меня стоят. Было много детей сегодня. Ну и когда два концерта, реально устаем. От души. Все было супер. Мне понравилось. Ну что, Гуанны, первый концерт. И шикарно все прошло. Первый раз я здесь был 8 лет назад. И спустя 8 лет мы приезжаем и делаем. Снимай меня с такого ракурса. Я не фотогеничный. Радик! Радик химу! Салям, Радик! Меня не смяли была, меня бандата убустым, меня банда яшаем. Меня ундурт еш. Очень приятно. Меня и жадно бикера там. Давно травами, да? Эй, куптен, ну куптен, ты вгали меня, юлдаш радио. Булгандан бирле мине таңлайым. Радик. Мүмкін мине қосақлайым. Конечно, конечно. Қосақлайым, мен бұндай. Радик. Мине ұтасетайым. Эй, что это вообще? Что это вообще? Что это? Что происходит? Да, правда, еще раз. Офигенный, классно. Я не получил. Приезжайте к нам еще раз в гости. Не получилось еще раз. Лишь бы поиздеваться. Ижат чешмелер танмаган, гурельмаган, Аллах верхашлатик, келептероват, бедхеде яратав, бедхеде кютевит. Yok yara, bana kuruşum var da. Gırzay. Verme. Ha? Родня приехала. Родня, она и в Африке родня. Ну все, все слышно? Просто посмотрите туда. Ну что, я отсюда прыгал. Круто все, все танцевали, прям все, и девочки. Радик, походу, под дождь попал, он снимите его. Там так моросит. Дождичок. Ну, киргиз маяки в своем репертуаре, бомбические. Ну, сами видите. Молодцы, Рахмат, Балашиков.